Вестник Северодвинска о спорте. На искусственном поле стадиона «Беломорец» «Фок-звездочка» состоялся футбольный турнир. В предсезонных баталиях приняли участие 5 северодвинских команд: «Беломорец», «Севмаш», «Наука», «Звездочка» и «Спектр». Предсезонный турнир провели специально ради подготовки команд к предстоящему сезону большого футбола. За 2 дня на искусственном газоне стадиона «Беломорец» 5 команд сыграли 20 матчей. Футболисты «Науки» показали настоящий мужской характер. В 3 играх подопечные Юрия Ильина, проигрывая по ходу матча, побеждали в них с одинаковым счетом 3-2. Все же одну встречу «Наука» уступила «Севмашу» 5-7. Этот турнир организован футбольным клубом «Беломорец», «Фок-звездочка» специально, чтобы команда подготовилась, первая команда подготовилась к первенству России. Как знаете, 25 число состоится первый тур. И остальным командам дали возможность подготовиться к первенству города и первенству Архангельской области. «Беломорец» разгромил «Звездочку» 8-1, обыграл «Спектр» 6-1 и уступил «Науке». «Севмаш» забил в ворота «Спектра» 6 безответных мячей, победил «Науку» и сыграл в ничью со «Звездочкой». В последнем матче принципиальных соперников «Беломорца» и «Севмаша» решалась окончательная расстановка на пьедестале. Несмотря на пасмурную погоду, игра получилась зрелищной. В первом тайме «Беломорец» смог снять все вопросы, забея не хотя бы половину своих моментов. Но на перерыв команды ушли при счете 3-1 в пользу «Севмаша». Во втором тайме ягринцы сравняли счет, но провалили концовку и проиграли матч со счетом 5-3. В целом, предстоит еще большая работа по подготовке. Значит, ну, в принципе, как показал турнир, что еще есть над чем работать. Команда проиграла 2 игры, но надеюсь, что в дальнейшем проведем работу над ошибками и в дальнейшем будем выступать более удачно. В итоге команда «Севмаш» стала первой, «Наука» вторая и третий «Беломорец». Впереди у всех коллективов долгий футбольный сезон. Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.